В преддверии Дня защитника Отечества министр обороны России Сергей Шойгу вручил золотые звезды героев России военнослужащим, которые проявили мужество и героизм в ходе специальной военной операции. В числе награжденных уроженец Тверской области Иван Хрусталев получил золотую звезду. Торжественная церемония вручения медалей прошла в Министерстве обороны. Каждый из этих бойцов совершил подвиг. Кто-то был ранен, но сами они героями себя, увы, не считают. Говорят, просто выполняли долг. Под моим командованием мы штурмовали и зачищали лесополки. И мной был обнаружен опорный пункт националистов и два минометных расчета. Я вышел на свое командование по радиостанции, чтобы скорректировать артиллерию. Тем самым был уничтожен два расчета минометных. И мы заняли такую важную позицию для нас. Ранее мы сообщали, что космонавту Сергею Корсакову из Кимр присвоили звание Героя России и почетное звание летчик-космонавт Российской Федерации.